Привет, девчоночки! Сегодня мы опять продолжаем делать макияж с палеткой Sleek. И сегодня я собираюсь сделать... Дайте их в каких тонах. Так. Наверное, я хочу сделать в розово-зеленых тонах. Хотелось бы понатуральнее. Посмотрим, какие потом оттенки отсюда возьму из этой палетки. Сейчас я пока собираюсь брать оттенки из... Modern Matte. Вы видите, в чем я одета? Я одета сейчас в пальто. На мне уже надета водолазка. Правда, водолазка такая. Довольно-таки легкая. Потом надет еще свитер. И потом у меня надето пальто уже. Пальто с шерстью, ну там небольшой процент шерсти, но все равно. У нас такой холод, я не могу. Мне кажется, конечно, возможно, дома у меня и летом было, ну, прохладнее, чем на улице. Мне кажется, сейчас то же самое. Хотя говорят, что в старых домах, извиняюсь, у меня под окнами разговаривает кто-то, в старых домах должно быть как бы наоборот. А тут вот такое вот дело. И мерзну ужасно по ночам. Отопление еще не включено рано. Поэтому вот приходится терпеть. По ночам же так холодно. Я уже, наверное, пойду на днях и присмотрю себе зимнее одеяло в магазин, потому что прошлой весной я что-то разгулялась и выкинула то. Я подумала, что оно уже старое. Так, а нового-то я не купила. Вот будет мне весело. Так, теперь что я хотела? Теперь, наверное, я затемню складку века. Все тем же самым, что и в прошлый раз. Затемняю из палетки Modern Matte. Ну, в принципе, затемнить-то можно любым нейтральным таким, в сероватых оттенках или в таких более розоватых оттенках. Сейчас такое большое количество нюдовых оттенков, что, блин, на самом деле у меня такое настроение, натуральный макияж, чтобы на самом деле уже бы так пошло в люди. Что-то я серый беру, а здесь бы больше, наверное, коричневый подошел. Так, ну мне уже неохота вставать, лезть в другую палетку. Может, из блоссома взять, конечно. Мне кажется, там такие более розоватого коричневые оттенки. Слушайте, такое утром освещение неплохое сегодня. Так, наверное, я посмотрю действительно что-нибудь из блоссом, потому что что-то оно слишком такое. Что у нас тут за оттенки? А у нас тут тоже серый. А вот это более слишком. Все вот так. И пройдемся по розовому оттенку. Сейчас я вам покажу, какой розовый я собираюсь взять на все веко. Собираюсь взять вот этот вот розовый, такой розовый-розовый, что получится натурально. Ну, палетка, знаете, такая она праздничная какая-то, поэтому здесь требовать от нее, чтобы она была совершенно нейтральная, чтобы все казалось нейтральным, это, конечно, глуповато. Потому что оттенки, ну, металлические, они всегда как-то смотрятся более празднично на какой-то случай жизни. Может быть, нужно было, знаете, только этот оттенок использовать и затемнить коричневым, не добавлять зеленый. Или зеленоватый. Зеленого у меня вообще, честно говоря, нету. Вообще, наверное, лучше было вот такой темный взять. Темный, он такой темный, блин. Сейчас покажу.
Подумываю, ой, ковырнула, как жалко. Чуть-чуть ковырнула, возвращаясь на свое место. Теперь у меня палец зеленый. Так, вот какой, вот этот, наверное, я хочу взять. Но он очень темноватый сейчас будет. Возьму все-таки зеленый. Знаете, возьму я все-таки вот этот вот зеленый. Глаза, знаете, перекрывает немножечко, я не уверена, вот как тушевать так, чтобы переход был такой более красивый и такой навязчивый, что ли. Даже не знаю, что с моим пальцем попробую. Опять вот в этот розовый оттенок пальца окунула и постараюсь вот здесь что-то пальцами. Пальцами даже лучше получается, девочки, чем если кистью. Как-то то ли чувствуешь лучше века, и тени по-другому. По-другому себя ведут. Так. С одной стороны мне нравится, с другой стороны как-то летний макияж получается. Вот я всегда так летом делаю макияж. Осенний, а осенью летний. Вот, в принципе, все. Я сейчас добавлю только, потому что не хочу очень сильно делать. Из вот этой матовой палетки я затемню складку ветка. Мне нужна другая кисточка. Кисточки уже все грязные. Буду опять из Modern Matte, и я возьму, конечно же, вот этот вот коричневый. Вот этот. Теперь только растушевать осталось. Мне очень нравится именно, когда все тени такой небольшой дымкой ложатся, матовой. Очень красиво получается. Мне кажется, я это каждый раз в видео из... Теперь возьму какой карандаш. Возьму-ка я зеленый. И зеленым подведу уголку. Такой немножечко оттенок получился, не очень ярко. Могла бы, конечно, сделать потемнее. Не, ну черным не хочу. Знаете, что я не хочу никакие ни стрелки, ничего не хочу делать. Я хочу сейчас накрасить ресницы и на этом закончить. Я открыла сейчас, я тогда покупала 3 туши от L'Oréal. Тогда, помните, я говорила вам, что одна вот открыла ее, что в сентябре пользоваться, она засохшая была. Я открыла еще одну, чтобы проверить, засохшая она или нет. И вроде как она не засохшая. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Но я вот этой вот буду сейчас пользоваться. Должна сказать, что с вот этой вот тушью реснички получаются такие очень скромненькие какие-то. Я, конечно, рада, что есть и такая тушь, чтобы днем накраситься и чтобы не слишком такие были. Но покупать я ее не буду, конечно. Вот и все, в принципе. Вот дневной макияж. Зеленые глаза, смотрите, как видно хорошо. Розовый так неплохо их оттеняет. И получился такой зеленоватый еще цвет. Видите? Чуть-чуть вот в складке века. В конце, в уголку внешнего глаза и века. И вот коричневый тоже классно оттеняет зеленые глаза. Я думаю, что если бы у меня были серые глаза, у меня зеленые глаза с такими небольшими вкраплениями серыми, то тоже классно бы смотрелось. Ну, коричневым глазам, мне кажется, вообще любой макияж идет. Вот, в принципе, это все. Больше ничего наносить не буду. Мне все нравится. Сегодня готова вот так вот ходить по городу. Все. А значит, осталось только одеть шарф, и я побежала. Всем хорошего дня и до следующего видео. Однозначно сниму еще макияж с этой палеткой, потому что, ну, так она мне нравится, так она мне нравится. Смотрите, какая красота.
И обязательно вам сделаю сводчи. Может, я сводчи красивые сделаю, буду вам в каждом видео вставлять. С макияжем. Я еще не уверена, как я вообще смонтирую, как я эти видео. И вообще, когда я их вставлю, тоже не уверена, что это мне лень. Ну ладно, все. Всего хорошего, до следующего видео. До свидания, девочки.